Дим, смотри, по асфальту я рисую тебе. Ой. Получилось, скажи. Пол ноги. Не понял я. Да. Это Дима кошка. Наступил на... На кого наступил Дима? На кошку. Все, пошел с вами заниматься. Я, что ты ей глаза нарисовала? Я хвост нарисовала. А, я думала перед. Нет, у меня зад был вообще-то. Что-то так плохо видно. Круг. Мой след или не мой? Не пойму я, скажи. Что, ты солнышко что ли рисуешь? Что, только муравьев бегает? Так ходишь, вообще не замечаешь. А можно еще крестик нарисовать, она попробовать? Меня отбирает. Вот, видишь, крестик. Крестик. Понимаете, что я знаю. И вот так вот теперь, и вот здесь вот. И будет крестик. Там мокро, там, наверное, не так. Сухо. Сухо? А, да, сухо. Да. Алло, Дима, собирай яблоки. Собирай яблоки, алло. Ну что ты ее бросил сразу? Собирай яблоки. Алло, бери трубку, Дима. Бери трубку. Трубку бери, она звонит. Алло, бери трубку, так. Бери трубку. Алло. Алло. Алло, алло, меня не слышно. Алло. Алло, Дима. Это Дима. Дима говорит по телефону. Дима, собирай яблоки. Дима. Алло, алло. Он говорит, алло. Алло. Алло, да? Подписчикам алло, алло. Камера тебя видит. Поиграй с камерой, поиграй. Видит тебя везде, да? Со всех сторон она тебя видит. Постоянно, да? Как только я начинаю проказничать, так сразу она меня видит. Да? Что там появилось? Там воробушек идет у ванны. В ванне. Вот он идет. Ходит там, да, Дим? Он там червячков ищет, да? Такие у нас яблоки. Видео выходит с большим опозданием. И у нас конец июня. Вот такие уже яблоки большие. Я тут прям вообще здоровые я видела. Вон они. Уже вот. Занимают, да? Возьми его, Дим. Не покажешь подписчикам, какой он, Дим? Что-то ко мне... А я не пойму, в чем дело. Ты занят, да? А тут еще мама с камеры, понимаешь? Яблок помещается у тебя. Все яблоки забрал. Вот ты какой аккуратный, какой молодец. Листочек от яблока, да? Какой молодец. Поза, целое ведерко. Дим, давай попьем. Какой молодец, целое ведро. Ой, высыпался. Да. Алло, алло, Дима, собирай яблоки. Алло, алло. Алло, алло. Вилка. Что это она в саду тут делает, вилка? Что это она делает, эта вилка, в саду, Дим?
Интересно. А тут еще вот лежит чего-то. А пойдем-ка дойдем, Дим. Ну-ка, ну-ка, такой провод. Длинный провод. Мои ромашки, что-то их не осталось. А тут, оказывается, электропила загорает, лежит. И большая куча. И когда только успели. Вторая куча. И третья куча, недоделанная. Вот это да. Пока мы спали с Димой. Что тут произошло такое, непонятно. Непонятно. Что, уже рассыпал? Ну, тяжелый, не поднимай его. Да, хорошо смотрится. Душ из яблок. Да? Так и назовем ролик. Душ из яблок. Яблочный душ. Вот. Дима принимает яблочный душ. Что, ты вилку хочешь туда положить? Розетную. Никак, да? Необычное яблоко. Дим, смотри, какое необычное яблоко. Как оно умудрилось упасть с ветки. И как это оно умудрилось упасть с ветки? Обломилось. Сегодня ветер 12, что ли. Чего-то там. Дима. Дима. На. На. Бери яблочко. На. О, бери. Ой, какое необычное. Ой, сверху еще яблоко. Да, яблоко. Говори, говори. Рассказывай. Что ты будешь рассказывать о нем? Ой, какое интересное яблоко. С листочками, да? Это веточка и листочки, да. Вот так оно висит на дереве. С листочками и веточкой упало. При таком сильном ветре из маленького яблочка может вырасти целое дерево. Скажи, да? Мы его посадим, и у нас будет еще одно целое дерево. Из маленького яблочка, да? Садовод, настоящий садовод. Сажай яблочко, Дим. Посади яблочко, пошли за следующим. Ты, наверное, не одно же сегодня? Ты, если так будешь сажать, ты будешь одно сажать целый день. Что, тебе лопата нужна? Она. Чего? Она. Чего? Да. Что-то мокрое ты уже нашел. Нужен какой-то острый предмет Диме, чтобы выкопать ямку. Дима использует палочку, как в древности.